А кубок губернатора Югры по гребле на областях обещает стать самым масштабным за всю его 18-летнюю историю. Международные соревнования стартуют уже в эти выходные. Как рассказали организаторы на пресс-конференции в РИЦ-Югра, в наш округ съедутся представители 17 стран мира. Отмечу, что в прошлом году кубок по гребле на областях занял 3-е место среди спортивных туристических событий России. В прошлый раз в соревнованиях приняли участие 175 человек, а в этом году заявились уже 200. Среди них команды, которые традиционно участвуют в соревнованиях. Есть и новички. Организаторы позаботились о безопасности спортсменов. На месте состязания очистили дно и берега реки. Во время проведения кубка за спортсменами и зрителями будут наблюдать спасательные службы. Призовой фонд увеличен. Это за первое место это 7 тысяч рублей, за второе 5, за третье место 3 тысячи рублей. И с учетом того, что там достаточно обширная программа, и одиночные, и масс-старт, и смешанные, и по 2 человека лодки, и по 3. Поэтому там достаточно большой призовой фонд.